Совсем скоро Новый год, уже настали холода и морозы, и очень хочется согреться. И у нас под стать есть подходящий проект. Нам в работу заехал Porsche Cayman GTS. Машина будет полностью переделываться внешне, будет очень яркий, как по моему мнению, кажется, очень зимний проект, который ассоциируется с ярким, солнечным, снежным днем. Меня зовут Игорь, с вами компания ProTuning. Давайте посмотрим, что мы сделаем с этой машиной. Итак, перемещаемся далее. Автомобиль у нас уже полностью разобран. Все элементы, которые необходимы нам при оклейке, мы сняли с машины, чтобы, как я всегда говорю, подвернуть пленку в те места, которые нам нужны. Ну вот, допустим, задний фонарь. Мы снимаем его, чтобы внутрь туда, потому что, видите, здесь такая полость прям уходит за него. Все это снимается, заклеивается. Разобрали частично крышку багажника, дверные карты мы обшивки сняли, чтобы снять ручки дверей. И на передней части тоже, в принципе, разобрали бампер, фары и так далее. Что хочется сказать. Честно говоря, я думал, будет немножко хуже. Но как этот цвет раскрывается на этой машине, вот этот вот жемчужный матовый перламутр, выглядит очень классно, потому что у нас здесь очень сильные такие изгибы идут на заднем крыле. Ну, то есть, я думаю, вы видите, что оно сначала идет у нас вертикально, потом переходит в горизонтальную плоскость и обратно уходит туда наверх. И плюс здесь у нас одно такое еще ребро, которое добавляет еще больше объема. Ну, в общем, выглядит прям гораздо лучше, чем я изначально думал. На самом деле очень классно будет смотреться на машине. Еще одна фишечка, которую мы добавим сюда при оклейке, будет выделять эту машину от остальных, которые у нас оклеены, собственно. Но расскажем мы о ней немножко попозже.
Итак, настал день выдачи. Мы очень сильно постарались, чтобы это было максимально эффектно. Я думаю, вы оценили эту съемку и локацию, как это все выглядит классно. Кстати, мы находимся в нашем автосалоне ProTuning на улице Российская, 263. Итого, что мы сделали по автомобилю? Он очень классно преобразился. Это пленка белый с сатиновым эффектом. И одной интересной деталью, которую мы сохранили, добавили изюминку, так сказать, это сохранение всех заводских наклеек. Я думаю, изначально помните, что у нас на капоте шли акцентные полосы черные, снизу на дверях были логотипы Porsche, и сзади на спойлере тоже у нас все это было черным. Здесь же мы эти наклейки перед... тем, как приступить к работе над автомобилем, мы их не стали убирать, а оставили, чтобы у нас остался вот такой вот очень классный рельеф. Но на самом деле получилось очень круто, вот просто оцените. Вроде бы мелочь такая незаметная, как пасхалка, знаете, у нас вышло по итогу. Но вот эти вот линии стандартные заводские остались. И еще один момент, я думаю, самые внимательные сейчас заметили, то, что у нас передняя часть машины немножко изменилась по своей форме. Все потому, что мы установили оригинальный передний сплиттер, это T-Hard. Он, кстати, с виду вроде бы такой достаточно простой формы, но, тем не менее, есть некоторые нюансы и сложности в его оклейке, потому что его мы тоже заклеили в цвет кузова. У нас здесь, видите, все таким монолитным куском идет. Ну, очень интересная форма. Он добавил объема передней части автомобиля, очень классно получилось. Еще спереди мы забронировали передние фары, чтобы они у нас не страдали от сколов, от пескоструя, от всего, что у нас встречается по дороге. Это очень важная доработка для автомобилей. Теперь переходим далее. Диски. Кто-то скажет, что, возможно, это уже не канон и вышло из мода, белые колеса, но я считаю, на самом деле, в итоговом варианте, как получилась машина, она смотрится очень классно. У нас белый кузов, белые полуматовые диски, мы покрасили даже болты колесные в белый цвет, чтобы они у нас не выделялись. И на фоне как раз-таки этих белых дисков у нас очень классно теперь стала смотреться тормозная система, вот эти вот большие красные суппорта, которые нам показывают, что это не просто Кайман, это GTS, такой заряженный, мощный автомобиль. В общем, выглядит классно. Именно на этой машине получилось очень даже необычно и современно. Кстати, несмотря на то, что машина белая, она очень классно выделяется из потока всех автомобилей на дорогах общего пользования. Еще хочется рассказать немножко про заднюю часть автомобиля. Вот как раз таки обратите внимание на спойлер, который у нас здесь находится. Те самые наклейки, которые мы поверх оклеили этим белым матом. И у нас здесь остался тот самый логотип, надпись Porsche. Тоже очень классный такой акцент выделен на задней части. И еще, так как это у нас антикрыло было доустановлено, мы покрасили еще и стойки, которые у нас здесь находятся. Тоже белый полумат, чтобы он сочетался очень хорошо с пленкой. И даже здесь у нас, видите, болты покрашены все в белый цвет. Машина получилась по-настоящему полностью белоснежная, сияет очень классно. И самое главное, то что владелец автомобиля, который будет на нем ездить, это девушка. И вот такой вот вроде бы злой Cayman GTS у нас в таком вроде бы нежном, классном белом обличии. Это прям идеальное сочетание для владельца этой машины. Ну и чтобы навести финально лоск на кузове автомобиля, мы нанесли на него керамику, на всю пленку, чтобы она придала у нас еще более выраженный и более насыщенный сатиновый эффект. И еще керамика спасает нас от всеразличных воздействий внешних. Мы не берем в расчет пескоструй, камушки и сколы от этого керамика, да, она не спасает, но она у нас служит для того, чтобы защищать покрытие от различных химических ожогов. То есть, допустим, последствия неправильной мойки автомобиля, птичий помет, который у нас постоянно встречается в летнее время года. От этого она очень хорошо защищает. И еще одним бонусом будет то, что она придает очень классный гидрофобный эффект. То есть машина у нас будет еще легче мыться и не так сильно будет к ней прилипать вся эта грязь. Керамика у нас нанесена не только на кузове, но и также на дисках. Мы используем специальный состав. Это не то же самое, что наносится на кузов и на пленке. Это специальный состав для дисков, потому что у нас очень агрессивная среда в колесе. Это постоянные перепады температуры экстремальные. Плюс на дорогах у нас встречается абсолютно все. Соль, реагенты, битум и так далее. В общем, очень много всего воздействует на диски. И для этого используется состав, который еще больше у нас придает защиты этим элементам. Собственно, это идеальное решение для колес.
Ну и в конце мы сделали приятный бонус клиенту в виде того, что мы почистили весь салон, потому что у нас там много кожаных элементов, которые нуждаются в чистке время от времени, и тем более руль из алькантары. Это такая деталь, которая просто всегда очень сильно притягивает к себе всю грязь, и ее нужно чистить тоже своевременно и, самое главное, по технологии, что мы, собственно, и сделали. Небольшой приятный бонус для клиента, для владельца этого автомобиля. В общем, абсолютно любой комплекс услуг, как видите, мы можем выполнить. Самое главное, что в этом проекте мы совместили, казалось бы, несовмещаемое друг с другом, такой вот злой характер этого автомобиля и такую вот очень тонкую, нежную внешность. Очень классно это все выглядит, и самое главное, что оно сочетается, это самое основное. Да, у вас очень прекрасный мужчина. Он розовый, что ли? Я не пойму. Он белый. Он белый. Ой. Не забывайте, что наш тюнинг-центр находится по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. И также подписывайтесь на наш телеграм про тюнинг и на наш YouTube-канал, на котором выходит этот ролик. И обязательно напишите комментарии, как вам этот автомобиль. Нам очень интересно ваше мнение на самом деле. И не забывайте поставить лайк этому видеоролику, потому что мы очень старались.